Ну вот, новое приобретение нам на бригаду фирма взяла. Новый бус. Теперь с кузовом. Правда, кабина двойная. Немножко я даже заскучал по тому старенькому Форду Транзиту. Но это тоже ничего. Единственное, только если загружать генератор или вот этот распил, пилу асфальтную, виброногу. У нас экскаватор есть. Но он не всегда с собой. Ну что тут? Машина новая. Взяли ее на спидометре то ли 26, то ли 28 километров всего лишь было. Третий день сейчас ездим. Муха еще не сидела. Правда, птички уже тут обосрали ее всю. Под сиденьем хорошее место, пустое, ящик целый. Впереди два сиденья, между сиденьями еще можно всунуть ящик. Всякие перчаточные ящички, бардачки, все. Вот здесь вот под кузовом сейчас заказали рундуки. Здесь побольше, с каждой стороны по одному, слева, справа. Будут ящики, как на фурах вот эти вот дальнобойщики ездят. Есть пластмассовые, есть алюминиевые, говорят. И здесь поменьше. Ну, в длину, может, он будет побольше. Хотя, не, навряд ли. Там, здесь поменьше рундучки такие. Тогда уже можно будет разгрузить. А то невозможно его оставить без присмотра. Что-нибудь да украдут. Борта открываются на обе стороны. Очень хорошо. Был бы еще самосвальный. Вообще было бы прекрасно. Еще бы и манипулятор еще до кучи. Но это уже слишком жирно. Так, что тут было? Двигатель тянет очень-очень хорошо. 6 передач. База вроде бы средняя. Вроде сказали, еще длиннее есть варианты. Колеса сзади двойные. Привод задний. Очень хорошо. Единственное, только фаркоп немножко там под кузовом. Не очень, конечно, далеко, но все равно немножко есть. Тут прицепили прицеп, нагрузили его длинными трубами и на повороте заломали. Чуть трубами не проломили габаритные огни. Это просто надо учитывать. Рено — это задняя стенка вот эта вот. Если, я не знаю, будет ли видно на видео, но просто поверьте на слово, такое ощущение, как будто кто-то молотком ее склепал, какой-то там турок. Как один смеется, какие-то турки. Но в Турции вроде Форды Транзиты. Двери мощные, конечно. Ну и ничего особенного. Вон птицы наложили уже кучу. Ничего особенного я не хотел сказать. Просто приятно, когда начальство все-таки заботится. На мусорниках не ездим. Хотя по тому старенькому Фордику я немножко скучаю. На нем можно было очень хорошо трубы перевозить. На крыше фургона был багажник специальный. Туда можно было нагрузить сколько угодно. А на этом я даже не представляю. Если только на прицепе. Борта все алюминиевые. Дно. Но не знаю, железо или тоже алюминий, фиг его знает. Ну вот такие вот дела, ребята. Ничего нового, ничего серьезного. Запаска есть. Посмотрим, как будем жить дальше.